Ребят, всем привет, вы на канале Vitaly Plays, и у нас самые свежие новости от разработчиков PUBG New State. Буквально только что они на YouTube канал свой загрузили новый трейлер, который, дружище, ты видел только что в начале ролика, и сейчас мы с тобой его более подробно разберем, а также я покажу вам то, что альфа-тест уже на самом деле открыт, и, возможно, подскажу, как туда можно попасть. Друзья, давайте разберем трейлер по мелочам очень и очень подробно. Да, ребят, это вот не лагает сейчас трейлер, вот если кто-то думает, что лагает, это перемотка. Я буду перематывать по кадрам, чтобы мы не упустили самых мелких мелочей, и смотрим вот сейчас. Что же мы видим? Мы видим, ребятки, на самом-то деле очень много, потому что это у нас взгляд не от лица игрока, а это мы смотрим, получается, через дрон. Вот летит дрон, написано No Way. И давайте дальше. Дальше там был интереснейший момент. Естественно, вот сейчас тип начинает стрелять по дрону, а это значит то, что, друзья, мы сможем разваливать дронов, как и в любых других играх. И вот интереснейший моментик. Оружие. Такого оружия в PUBG у нас не было, и название данному оружию, если честно, я не знаю, потому что, возможно, есть у меня эксперты в комментах, напишите, пожалуйста, что это за оружие. Что это за оружие такое? Но это кинематографический трейлер, а следственно он будет очень и очень сильно отличаться от геймплея, но все-таки мы сможем с тобой увидеть карту, которая будет называться Троя. Карта будет называться Троя, и вот так вот она будет выглядеть. Куча транспорта будет разбросана по карте. И еще, естественно, разрабы нам показали вот эту заставочку того, что альфа уже открыта. Альфа-тест уже открыт. И я чуть дальше покажу вам скриншоты и подскажу. В руках у персонажа мы видим вектор. Вектор будет в игре. На спине я, опять-таки, ребят, я не знаю, что это за оружие. Если ты знаешь, напиши, пожалуйста. Также дрон на заднем плане и дым, судя по всему, от аирдропа. И, естественно, третий шлем, но выглядит он как в PUBG, только что по цвету он отличается. Он белый здесь. И теперь давайте расскажу вам немножко того, что я знаю по поводу альфа-теста. Для того, чтобы попасть, ребят, на альфа-тест, вот сейчас вам нужно включить VPN. Скрины я приложу, конечно же, к видосу. Вам нужно включить VPN, зайти через регион США, и у вас появится вот такая вот кнопка в Play Market «Пойти на альфа», ну, «Пройти альфа-тест». Там вы прожимаете альфа-тест, и будут еще какие-то разные вопросы, на которые вы должны будете ответить. И разработчики, ребят, к сожалению, вот на момент съемки видео я пока не могу вам сказать точную дату, но на скриншоте вы ее увидите, потому что скриншот на компе, его долго искать. Дату, когда разработчики дадут вам ответ, попали ли вы на альфа-тест или нет, вот придет вам на email эта дата, точная, там с какого по какое число, по-моему... Ну, не буду врать, посмотрите, на скриншоте есть. И также, естественно, альфа-тест будет, ребят, доступен только на данный момент для игроков, у которых не iOS устройство, а у которых Android. У которых Android устройство. Вот такие вот новости. И опять-таки, только для региона США. Напишите, пожалуйста, те, кто уже прошел регистрацию на альфа-тест, какими вы пользовались VPN-ами, чтобы помочь другим игрокам зарегистрироваться и поиграть опять-таки первыми в первые дни. Ой, волнуюсь, ребят, из-за того, что реально долго не было инфы от разработчиков PUBG New State. И давайте, чтобы поиграть первыми в первые дни, да, первый геймплей, давайте еще раз посмотрим этот трейлер и транспорт. Но я сомневаюсь, что вот такие тачки будут доступны для того, чтобы ездить, а для того, чтобы для антуража на карте, они, естественно, будут доступны. Это памятник, как у нас был памятник в школе, кстати. Кстати, как у нас в школе стоит памятник в папке. Только пакет на голове. Ну и дроны, 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 везде дроны. Поэтому вот так. Ребят, не буду затягивать видос. Вот таким вот он получился. Напишите обязательно, что думаете по поводу PUBG New State и даты его выхода, а также альфа-теста, и получилось ли у тебя на него зарегистрироваться или нет. У меня на этом все, увидимся в следующих видосах, и не забывай ставить колокольчик, чтобы не пропускать самые свежие и новые новости в мире как PUBG, так и PUBG New State. Всем спасибо за просмотр, всем пока, ребят.